Я заболела ковидом. Это был мой второй раз, да, получается. The second time. Вот назад я болела. Интересно, что было легче немножко болеть ковидом, чем первый раз. And this time I noticed it was much easier the second time when she got sick with the COVID. Но все равно у меня была большая слабость и очень много я кашляла. But she still had that fatigue and a lot of cough. Я хотя и таблетки или как бы cough syrup да, пила, таблетки от кашля, но ночью я просто не могла даже спать, потому что у меня постоянно был кашель. Even though I took all the medications like cough syrup at night, she couldn't sleep because a lot of cough, she couldn't even fall asleep. Yeah. Получила я машинку как раз вечером, и я позвонила Джаки, спросила, ну как, уточнила, как ее использовать. И получилось, что я сделала вечером перед сном где-то минут 30, то есть на стороне легких, потом прошла все точки. Okay, when I got the Atera machine, so I called Jackie and asked how to use it. She told me the protocol. So and she did use on the pressure points and on 20 minutes. You said. Yeah, about 20 minutes on your chest. Yeah. Wow. Chest and lungs. And I was surprised and amazed of the result because. Yes. Я поразилась, что у меня эффект был, что я легла спать и положила рядом еще таблетки на случай, если я буду кашлять, потому что у меня постоянно кашель ночью был. Я жду, когда у меня кашель, просыпаюсь, нету кашля, просыпаюсь, нету, то есть я проспала всю ночь, я встала, у меня как-то и энергии было, и я помню, в 6 утра Джаки мне текстает, как дела, я уже проснулась, все, и я так чувствую себя хорошо, я написала, что слава богу, вот аппарат помог. Okay, and the first day when she used that, she did fall asleep with a bunch of pills on the side of the bed. Just okay, third day, the same day. Same day. Got, when she got it. So, and she was expecting like to be awake at night, so she will have some pills on the side of the bed and cough syrup. So, but she slept through the night and she didn't use anything. And when she woke up in the morning. She overall was feeling more energized and less cough and so I texted Jackie. She shouted from one day, the first day she asked me, I just got my wand, can I use it? I said absolutely. One thing that's really neat is on the Facebook page you can almost look up anything. And it'll tell you what kind of protocol that people are using to do whatever. Есть Facebook страница такая, у кого есть Facebook, она вы можете как бы быть друзьями, и там вы сможете видеть это. Есть такая страница, где буквально объясняется, вот, например, у меня какая-то проблема, и там exactly говорится, какие продеть вам точки надо, чтобы процесс пошел к исцелению вашего организма. So, например, печень или там почки или что-то, какие-то любые проблемы. Вы можете всегда обратиться, и там есть помощь. Посмотрите, и вам скажут там, где проблемы. What was amazing is that the next day when you called me, Mila sounded totally different. Yeah. That's she awesome. Sounded like she was well. The day before, she didn't sound good at all. Я когда позвонила, у меня и голос, и вообще я думала уже пить таблетки именно от ковида, Ivermectin, там вот такие вот, которые вот, выписывают, но было удивительно, насколько он помог. Потом просто остаточные эффекты, просто немножко, знаете, как подкашливание, но его надо было постоянно делать все равно, но прошло очень быстро. Что хочу сказать, что... It did go away so fast. Легочный... After that, she was just using just to continue kind of keeping up with that. Заболевания, простуды, особенно там вот у кого кашель или хронические,
очень хороший эффект, я слышала, и на детей, на детях тоже не противопоказано. Можно использовать тоже. Flu, cough, any like breathing problems, even on the children, it's so much beneficial to use it. Люда, ну, то есть как долго ты использовала? Вот 30 минут. Один раз я использовала 30 минут. Вот здесь еще раз. Ну а потом я просто, да, сейчас мы посмотрим. На следующий день я просто уже поддерживающая утром и вечером делала. Но такого кашля уже не было. Где-то около недели, но я уже делала просто потому, что, ну, рекомендуют это делать.